Адвокатская контора «Розенберг и партнеры» была основана адвокатом Леоном Розенбергом в 1975 году в Израиле. Сегодня она состоит из двух больших офисов. Один находится в Тель-Авиве, а другой в Натании. Контора специализируется на гражданском, коммерческом и авторском праве, оказывает нотариальные услуги, помогает получить израильское гражданство и заключить брак в Израиле нерелигиозным парам, занимается всеми вопросами, связанными с наследством, а также решает клиентам все юридические проблемы покупки и продажи недвижимости. В нашем офисе есть достойные адвокаты, профессионалы высокого класса, которые предоставляют эти услуги и обслуживают наших клиентов. История открытия адвокатской конторы «Розенберг и партнеры» начинается в 1973 году, когда адвокат Леон Розенберг с семьей репатриировал в Израиль и уже в 1975 открыл нотариальную контору в городе Натания. Сейчас же адвокатская контора «Розенберг и партнеры» насчитывает 8 отделов. Адвокат-нотариус Павел Розенберг, сын Леона Розенберга, сегодня возглавляет контору. Он выпускник юридического факультета Тель-Авивского университета. Действительный член коллегии адвокатов Израиля, обладает большим опытом ведения коммерческих споров и судебных процессов по многомиллионным искам. Ведет переговоры с представителями корпораций как в Израиле, так и за его пределами. В адвокатской конторе Павел непосредственно курирует отдел по иммиграции и репатриации в Израиле, отдел нотариальных услуг и отдел по наследствам и завещаниям. В совершенстве владеет языками – русским, украинским, английским и ивритом. Наш офис предоставляет большой спектр адвокатских услуг населения. Нотариальные действия всех видов. Мы совершаем все нотариальные действия по закону, как создание доверенностей, перевод документов нотариальные, заверение копий, нотариальные завещания, нотариальные брачные контракты и так далее. Наследственное право у нас широко представлено в нашем офисе. Интересы наследников, интересы оппонентов наследника, протестование завещаний и так далее. Продолжает семейное дело адвокат Эли Розенберг, член коллегии адвокатов Израиля, директор филиала Тель-Авивского офиса. Выпускник израильского юридического вуза адвокат Эли Розенберг успешно прошел полную стажировку в одной из лучших адвокатских контор Израиля по профилю «Коммерческое и интеллектуальное право». Он представляет интересы крупнейших коммерческих компаний, ведет переговоры с компаньонами и оппонентами, выступает в судах. Адвокат Эли Розенберг – обладатель диплома инвестиционной компании Израиля «Мигдаль», также является признанным специалистом в области корпоративного права Израиля. Эли Розенберг – выпускник колледжа в рамках деятельности 60 крупнейших ведущих рекламных корпораций Израиля. Я адвокат Эли Розенберг, третье поколение этого офиса, сын адвоката Павла Розенберга. Я глава отдела коммерческого права в Израиле и глава отдела авторских прав в Израиле. Я специализируюсь в представлении клиентов в вопросах, связанных с регистрацией компании в Израиле, авторские права, регистрация ванных марок и так далее. Еще я представляю интересы наших клиентов в судах. Меня зовут Дан Ашкенази. Я руководитель отдела по медицинской халатности в Израиле, адвокатского офиса «Розенберг и партнеры». И обладаю практическим опытом ведения исков по медицинской халатности более 40 лет. Я адвокат Ланцман Евгения. Я возглавляю отдел по недвижимости в офисе адвоката Павла Розенберга. Наш отдел существует уже много лет, но в последнее время в связи с массовой репатриацией в Израиль, а также отменой визового режима, наш отдел расширил спектр своих услуг. И мы представляем клиентов продажи, покупки недвижимости, вложения инвестиций и по многим другим вопросам. Адвокат Дмитрий Мельман, член коллегии адвокатов Израиля, руководит отделом по трудовым конфликтам. Он имеет многолетний опыт юридической и адвокатской практики в участии в трудовых спорах как на стороне работника, так и работодателя. Также контора «Розенберг и партнеры» сотрудничает с ведущими адвокатами Израиля. Один из них – член коллегии адвокатов Израиля, адвокат Нина Шайер. Она специализируется на исках, связанных с ущербом здоровью в результате несчастных случаев. Также Шайер курирует вопросы страхования и установления инвалидности. Меня зовут Кфир Дор. Я возглавляю отдел по транспортному праву в Израиле в адвокатской конторе «Розенберг и партнеры». Специализируюсь на делах, связанных с транспортными преступлениями. Представляю и сопровождаю обвиняемых и подозреваемых, начиная с первых стадий расследования, затем в процессе судебного разбора дела и до вынесения приговора.
еще один сотрудник компании, член коллегии адвокатов Израиля, адвокат Ноам Элия. Он ведет все дела, связанные с эмиграцией в США и Израиль. Адвокатская контора «Розенберг» и партнеры предоставляют широкий выбор правовых услуг как гражданам Израиля, так и иностранцам, в том числе гражданам СНГ, России, Украины, Беларуси, Казахстана, США, Канады и Германии. Услуги предоставляются при использовании новейших технологий, часто даже без необходимости присутствия клиента. У вас такой большой стаж работы, а какие у вас профессиональные планы на будущее? Сегодня у нас в офисе работают 9 адвокатов, каждый в своей сфере. И я хотел бы расширить количество адвокатов, создать корпорацию юристов и предложить наши услуги в максимально широком спектре услуг. И мы планируем в ближайшее время открыть филиал нашего офиса в России и на Украине. И я верю, что это то, что наши клиенты от нас ждут.